Всем привет, друзья! Мы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Давайте выберем крушителя луны и выберем танк. Возьмем вот этот. Вот этот танк возьмем. Поехали. Это у нас, ребятушки, баллиста. Танк баллиста. Так, отправляемся. Едем. Так, приготовимся. Опа! Готов. На тебе, ё-моё. На, получай, гадёныш. Все, убили танк. Так, следующий. Так, смотрим. А, вот едет, едет, едет уже, смотри. На, держи, получай, ударчик. Хорошо. Ой-о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 й. На. Еще тебе удар. Держи еще. У меня бомбочек много. Так, подранили немножко наш танк. Ладно, отправимся, давайте едем. Все будет хорошо. Все будет хорошо у нас, ребятушки. Сейчас доедем. Сейчас доедем, нормально все будет. Опа! На, еще тебе. Взорвали. Ох, едет, 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 едет. Как мы его щелкнули, смотри, с одного раза. Так, монетки заберем. Так, едет, 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 тихо. А ты что такой активный, Алёшки? На тебе немножко маленьких. Вот, сейчас мы их покидаем туда. Ой, их много, ребята, надо отходить. Надо отходить, иначе меня отщелкают. Ё-моё, смотри, что творится, а. Что творится, ребята? Ой, как нехорошо-то, а. Надо подлечиться, надо подлечиться. Давайте возьмем время комплект. Хорошо. Едем дальше, ребята. Ну, а я попрошу вас поставить лайк этому видео. Ох, босс, босс, ребята, едет босс. Давайте мы сейчас с боссом повоюем немножко. Опа! Так, он тоже стреляет такими похожими штучками. Бомбочками. И у меня бомбочки есть, и у него. Так, все, уничтожили. Давайте заберем ремкомплект. Так, на чем остановился, ребята? Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Вам как бы не сложно, мне очень приятно. И, конечно же, пишите, передавайте приветы. Привет я хочу передать, значит, Море Жени, Олегу Туманове, Туманову, Елизавете, геймеру Робину. Так, привет я передал. Так, а если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, конечно же, подписывайся на канал, ставь лайк и пиши привет. И в следующем ролике я тебе передам привет. Так, едем дальше. О, едет, смотри, вот он. Чувак, о-ко-ко-ко-ко-ко-ко. На, получай, нифига его переколбасило, смотри как. Так, следующий, вот этот танк. На бомбочку, слушай, чувак. Иди отдыхай. Так, мимо. Есть попадание. Хорошо, уничтожили мы танк. Давайте дальше едем. Так, давайте сразу ремкомплект используем. Подлечимся. О, едут. Едут, ребята. Ой, какие они активные, слушай. На, держи. Ё-моё. Так, давай сейчас маленьких сейчас накидаем тебе. Побольше. Все, готов. Уничтожили мы танк. Так, а здесь будут танки, нет? Давайте закинем на всякий случай. Так, монетки это наши. На, ой, ты мимо. А, ё-моё. Смотри. Не попали мы. Так, на тебе еще один. Вот тебе бомбочку, на, держи. Ох, мимо, мимо, мимо. Ох, как отлетел, смотри, а. Так, что, все, он готов? Готов, убили мы его? Да, походу, убили. А нет, он, смотри. Он спрятался, здесь стоит. Гад, а. Так, поехали, танки.
Так, слишком. Здесь, видишь, надо еще пружину на определенном уровне отжимать. Не всегда получается это сделать правильно. С первого раза. Да, что с первого раза, да и со второго бывает, не попадаешь. Так, держи. Все. Готов. Так, еще один едет. Ё-моё. На, отдыхай. Так, кто у нас там еще? Нам нужно максимально много... О, монетки, значит, тут будут танки. Ой, как он меня попал, а, смотри. Нехорошо. Тут еще куча танков, смотри, стоит. Все, монетки забираем. О, здесь много этих танков будет. Ребята, отходим. Отходим, отходим. На. Еще один тебе удар. Ё-моё, нет, отходим, отходим. Нафиг надо. Опасно, очень опасно. Так, а здесь нормально мы встали? Так, скоро у нас, я смотрю, будет босс. Ну, здоровье у нас слабенькое очень. Ну, подождем. Может быть, мы и до босса доедем. Очень опасно, мало здоровья. И у нас тут один танк остался. Реально. Чтобы до босса дойти. Где же танк, а? Вот, едет, ребята. На, сейчас я его сейчас щелкну. Надо его будет щелкнуть, ребята, обязательно. Есть. Еще один удар. Так, давай. Ой. И, ребята, он меня чуть не уничтожил. Так, вот он едет, босс. Легион. Нам надо его щелкнуть. Не знаю, получится или нет. О, едет, смотри. Ай-яй-яй-яй, один удар и все, да. Уничтожил меня, босс. Потому что у меня здоровья было вообще никакое. Поэтому и щелкнули. Давайте тогда выберем мой второй любимый танк. А любимый танк у меня есть вот этот. Давайте возьмем. Может быть, его покрасочку купим. Вот такую. Давайте возьмем. Все, ребята, мы купили окраску танка. Вот такой вот у нас будет. В форме леса. Какой красивый танк стал, смотри. Ладно, сейчас попробуем. Поджарить. Мы тебе заплатили, купили новую рассветочку. Так что давай, отрабатывай. Отрабатывай деньги. 1000 монет, это немало. Давай, Феникс. Теперь будешь отрабатывать свою покраску. Новенькую, красивую. Опа, тихо. Готов, следующий. Есть. Отлично, отлично, ребята. Так, кнут ей. Давай сразу подлечусь. И этот танк я сейчас взорву. А, хорошо. Убили. Танк. Так, подлечились. Все, теперь у нас здоровье 100%. Едем дальше. Так, монетки соберем. Так, давайте мы их отжарим. Сразу сейчас. О, готово. Молодец, Феникс. Ребята, Феникс, молодец. Когда я его открывал, я помню, думал, вообще, что-то мне не понравился этот танк. Но потом, когда я его начал улучшать, он прям хорошо начал огнем стрелять. Ну, еще, может быть, не до конца, но надо его улучшать еще дальше. Но уже намного лучше он уничтожает танки. Огня стало больше у него. Более такой продвинутый танк. Смотри, как он жарит их. Опа, готов. Готов танк. Едем. Да ё-моё, давай подъезжай сюда поближе. Хорошо.
Так, будет еще какой-нибудь? Да, едут, 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 ребята, и их много. Сейчас мы их поджарим. В хорошем месте мы встали. Прям неплохо. И здесь мы их поджарили. Они мне даже никакой урон не нанесли. Так, монетки заберем. Так, едем. О! Отлично, отлично. Они мне тут ничего не сделают. Поехали. Ага, вот еще один едет. Так, ну этого быстро мы щелкнули. Ага, ой-ой-ой, вонючка, вонючка, на. Есть. Так, два танка прям на меня, смотри сразу. Ну, мы их отщелкали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас я здесь постою. Готов. Так, тут два, три танка, ребята. Четыре даже, четыре танка на меня пошли. Есть. Скоро босс будет, давайте подлечимся. Опа! И босс. А, нет, это не лазерная пасть, это всего лишь армада. Так, армада, я знаю, как будут стрелять. Я не знаю. Да, нехорошо, нехорошо. Нехорошее месте мы так стоим. Но уничтожили. Давайте сразу ремкомплект используем. Отлично. Поехали дальше. О-о-о! Смотри, что творится. Что творится, ребята, здесь? Сколько танков много? Прям куча. Сейчас мы их всех поджарим. Есть. Так, а этот чувак что стоит там? Давай, поехали. Нет. Он хитрый какой, смотри, а. Ё-моё, смотри. Какие хитрые стали танки, а. Так, давай здесь встанем. Так, готов. Сейчас вот этих поджарим. Хватает моего огня или нет? Ай-я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 й. Надо подлечиться. Так, ремкомплект слабенький, конечно. Надо его будет прокачивать. У того уже 600 монет у нас. Так, монетки заберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дайте мне встать. Дайте мне, ребятушки, встать-то, а? На ноги. Все, разобрались с этими танками. Но здоровье у нас, конечно, уменьшилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас много, а? Уничтожили. Ну что ж, ребятушки, мы сегодня открыли новую покраску Фениксу. Можно выбрать зелень, можно выбрать лес. Есть еще такой вот черненький ад, тоже прикольненький. Так, ну, вот эту мы тоже потом куплю. Нашей баллисте. Ух ты, можно ее прокачать, баллисту. Давайте прокачаем. Все, баллисту прокачали. Ну что ж, ребятушки, будем в следующий раз играть. Ну, я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.